Добрый день, здравствуйте.
Мы вернулись с отдыха, наконец-таки, по вам все очень скучали. Сегодня играли с одним из лидеров, которые действительно набрали ход. Что можете сказать об уровне футбола, который показал ваш соперник? И как вообще будете готовиться к следующим играм? Соперник показал очень высокий уровень, к чему нужно стремиться и нам. Но все-таки отдых 2 месяца дает знать свое. Никто не занимался, видимо. И вот отсюда вывод. Проигрыш. Сейчас будем набирать, стараться на очки, чтобы к следующей игре будем подготавливаться, тренироваться, чтобы следующую игру хотя бы выиграть. Ясно, спасибо большое, удачи и с возвращением. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Поздравляю с уверенной победой. И вы сегодня после небольшого отдыха двухнедельного вернулись, по-моему, еще более сильными, чем уезжали. А сегодня вроде получилось все абсолютно, или были все-таки какие-то моменты? Да, ну, наверное, все получилось. Спасибо, да, за поздравления с победой. Ребята все отдохнули, съездили, позагорали, собрались с мыслями, силами, вернулись здоровыми почти все. Получилось, в принципе, все. Вот хотел бы поблагодарить партнеров по команде, сказать спасибо сопернику. Ну, в принципе, все. Хорошая игра, много голов. Зрителям очень было, наверное, интересно такое количество голов понаблюдать. Вот. И второй вопрос. После вас сейчас будет игра. Вы, наверное, останетесь посмотреть? Обязательно, да, посмотрим. За кого будете болеть и какой ваш прогноз? Ну, наверное, буду болеть за Майнц. Ну и поставлю на Майнц. Счет перевесом в 1-2 мяча победят. Ясно. Спасибо большое за прогноз. Пожалуйста.